Болезни лучше предотвращать, чем бороться с ними. Это банальная истина, но многие тянут до последнего. Не хотят тратить время на очереди в бюджетных поликлиниках и деньги на обследование в частных центрах. Но мало кто знает, что проверить общее состояние здоровья и получить консультацию, к примеру, акушера-гинеколога, можно довольно быстро и без расходов. Для этого и создан краевой центр медпрофилактики. Глазками не моргать. Сейчас будет такой воздух в глазик, не пугаемся. Анализ крови на сахар и холестерин, измерение внутриглазного давления, оценка работы сердца и легких. Последняя манипуляция, к слову, очень востребована среди курильщиков. В комплекс обследования также входит определение параметров своего тела, роста и веса. Микрофон уберите, пожалуйста. Вот, видите, 49. А с микрофоном? 50. Количество жировой, мышечной и скелетной массы позволяет оценить качество питания и риски развития хронических заболеваний. Для этого проводят так называемый биоимпедансный анализ тела. Часто пациенты приходят, думают, что они здоровы, проходят у нас обследование, вот, а у них выявляется, то есть у кого-то ожирение, дефицит массы тела тоже выраженные часто бывают. Также бывают часто отклонения по ЭКГ, кардиовизору. Вот. Остеопения, остеопороза тоже часто. Только за этот год, по данным Краевого Минздрава, здесь обследовали больше 50 тысяч пациентов. У 73% выявили отклонения, которые могут обернуться серьезными заболеваниями. Отметим, пройти комплексное обследование можно не только в Барнауле. Центры общественного здоровья находятся еще в Бийске, Рубцовске и Славгороде. Все, что требуется от посетителей, заранее записаться на прием. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.